Уже по традиции в первые дни весны Академия Premium Beauty подводит итоги года и награждает своих учеников за высокие результаты в области наращивания ресниц. Работа мастера – это довольно-таки такая трудоемкая работа, поэтому никакого особого голосования здесь нет. Так мы хвалим наших учеников. То есть те девочки, те мастера, и мальчик у нас присутствует, те мастера, которые заняли какие-либо призовые места в любом конкурсе по наращиванию ресниц, сегодня от нас получают вот такой вот кубок и приз. Академия Premium Beauty выходит за рамки нашего города. Теперь настоящих профессионалов будут обучать и в Златоусте. Новый этап – это открытие филиала. Честно говоря, давно об этом мечтала. Первая группа у нас уже, первый курс планируется на 10 марта. Это наши базовички, новички, скажем так. Группы у нас, по крайней мере, пока небольшие. Это, наверное, максимум 2 человека. Ну, я думаю, в скором будущем мы немножко расширим. Несмотря на то, что отношения здесь профессиональные, а на чемпионатах мастера и вовсе становятся участниками, конкурентами, а также судьями, в других обстоятельствах атмосфера здесь не просто дружеская, а даже семейная. Я, например, всех своих мастеров воспринимаю своими детками, неважно от статуса и возраста, и очень горжусь ими. Люблю, поэтому вот таким образом мы их ценим. Напоминает семью, потому что девочки друг друга поддерживают. Алена тоже своими девочками, как бы никогда их не оставляет без внимания. Premium Beauty, я еще в прошлую встречу нашу заметила, что здесь нет никаких углов никогда. Здесь всегда круглые столы. То есть все, что профессионалы, что юниоры, они сидят на одном уровне. Я из города Карталы. То есть я приезжаю на встречи к Алене, Саетовой и Лене за 350 километров. Хороший мастер находится в постоянном обучении и поисках новых знаний. И даже на неформальных встречах узнает что-то новое и полезное. Это постоянно какие-то новые знания, новые советы, новые какие-то новости, которые это же индустрия красоты, постоянно что-то нужно ухватить, что-то нужно знать. Девочки делятся своим опытом друг с другом, сложных клиентов, как мы общаемся, узнаем всякие секретики. Встреча с такими же мастерами, как я, поделиться опытом, что-то новое узнать. Сидя на месте, ты не узнаешь вот эти все новшества, ты не поймешь, как угодить. Все вот эти тонкости, это только на этих встречах, чтобы угодить клиенту, чтобы найти своих клиентов, чтобы они к тебе постоянно возвращались. На самом деле очень классные эмоции, и, ну, конечно же, подталкивать учеников на развитие, даже вот участие в чемпионате, это, мне кажется, такая большая ступень. Эта встреча была первым шагом к подготовке к ежегодному турниру Grand Lashes. Далее семинары, встречи, конкурсы. И все для того, чтобы получить заветное признание среди своих коллег и наставников.